Начинаете вязать, и у вас вот такая проблема. Каретка встала. Пустая машина, то есть дело не в пряже. И вы не понимаете, что делать дальше. Это прижимная планка. И сейчас мы с вами будем менять прижимную планку. Удобно воспользоваться плоскогубцами. Кстати, такие плоскогубчики вас выручат в разных ситуациях. И подправить иглу, и заменить планку, и достать что-нибудь. И вытягиваем прижимную планку. Целиком. Смотрим. Ну да, планка по сравнению с тем, какой она была в начале, сейчас она уже просто никакая. Ее нужно менять, она уже не выполняет свою функцию. Если для однофантурного вязания она еще сойдет, потому что иглы как-то оно держит, то для двухфантурной, вы видели, у меня просто заблокировала каретку. Надо менять. Эту планку еще ни разу не меняли. Она новая. При попытке развальцевать зажим, то был просто сломан. Поэтому я вам предлагаю самый простой женский вариант. Сейчас мне срочно нужно заменить ленту. Помочь некому. Развальцовку я сломала. Все, что остается, оставляю. Просто сдираю старую ленту. Сдирать можно ножом, сдирать можно отверткой. Приклеена она все насмерть. Расходный материал, можно сказать, разовая вещь, но сделана просто на века. Они прилепили эту ленту, но мы ее все равно сдерем. Беру отвертку и отдираю максимально все, что можем содрать. И обязательно надо спиртом или каким-то спиртосодержащим веществом промыть планку, чтобы обезжирить. До основания отодрать не удалось. Тут нужны недюжинные силы, либо какой-то специальный инструмент. Что удивительно, потому что прижимная планка такой же расходник, как иглы. Но если иглы поменять легко, то планку это нужно, не знаю, как стараться. И так уж получилось, что я в свое время покупала планки для предыдущей машины. У меня осталась запасная. Так, клейкого слоя нет. Слой не клейкий, не липкий. И под него нужна основа, чтобы прилепить. Нашелся двухсторонний скотч вот в таком виде. Я проверила, что он держит. Клеить его вот прям сплошняком не буду. Беру пластиночки и наклеиваю их. В принципе, должно держаться, потому что задача этих липучек не дать планке уезжать. Она будет стоять на месте и уже никуда от нас не денется. Обязательно двусторонний скотч. Я бы не рекомендовала вам использовать момент или какой-то другой клей ядерный, который потом тоже будет не содрать. И потом такие вот клеи, как момент, они могут разрушать поролон. И вместо качественного соединения вы получите еще проблемы. Так, теперь аккуратненько складываем. Прижимаем на нужное место. Готово? В принципе, держится. Теперь нужно закрепить края. Края. Берем край и сильно-сильно приматываем. Все. Так, главное, чтобы... Да-да-да-да-да. Сильно-сильно, но не так, чтобы нас уехало. Пролом уехать нельзя. Все. Держится идеально с двух сторон. Просто здорово. Да, жаль, что я сломала кончик пластиковый. Но ничего, и без него вполне себе сойдет. Идем надевать планку на машину. Беру не ломанный край и аккуратненько вставляю. Теперь все как обычно. Так, выдвигаю иглу немножко вперед. Теперь нажимаю на иглы и пропихиваю планку. Все как обычно. Лучше с помощником, планка очень тугая. Очень тяжело шло, видимо, потому что она новая, совсем широкая, иглы вот прям тугие-тугие стали. Берем каретку. Едет. Все. Мы починили
машина столовая. Тугая, но этой планки мне хватит на пару лет точно. Пора заказывать на Али следующую.